Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и это продолжение прохождения игры, официальной игры по фильму «Кинг-Конг» Питера Джексона. Значит, нас в предыдущем эпизоде захватили туземцы местные, отдали Аню Кинг-Конгу, и вот сбежавший Карл нас освободил. Продолжим путь. Теперь нужно убежать от этих индусов, ну это я их так называю, на самом деле они вообще там непонятно к какой расе относятся. Быстрее, Джек, беги в джунгли. Да я стараюсь, тут вообще пипец, нас копьями стреляют. Оу-оу-оу, потише, ребята. Ускорения тут нету, здесь есть только замедлить движение. Поэтому я надеюсь, мы убежали. У него нет идеи, где Хейс сейчас. Мы разделились, я надеюсь, что он до сих пор жив. Так, ну... Невероятно. Абсолютно невероятно. Ну да, здоровенная тварь. Да уйди, комар. Тут, извините, у нас тут жарище. Комары везде. Так. Я хочу немного архитектуру посмотреть. Да хорошо, я пойду туда, потому что у меня все равно другого выбора нет. Но я тут немного гамму повысил, потому что YouTube пережимает. Надеюсь, у вас картинка будет, ну, поярче в этот раз. Оказывается, догадался, как это можно сделать, но насчет музыки убрать не догадался. Просто музыка тут оказывается в авторском праве. Музыку отключить, к сожалению, нельзя. Так, что Джек? Ой, Джек, говорю. Как ты? Карл, что ты тут забыл вообще? О, что-то я предчувствую. Вроде что-то вспоминаю, что здесь меня ждет. Хоть бы где оружие взять? Это же не все изъяли. О! Стоит вспомнить, как говорится. Карл, а ты не хочешь взять хотя бы копье? А, можешь не отвечать. Так, ладно. Опа-на! В укрытие, Джек. А сам-то чё, куда? Иди сюда, тварюга. Я промазал. Давай не на меня нападать, окей? Класс, меня убили. Жесть, они жесткие гады. Этот, как его, гигантский венотозавр напал на меня. Блин, я не сообразил, надо было не в него стрелять. Копье просто было жалко. Давай быстрее, дебил, кость бери, баран. Идиот. Эй, Джек, ты в шоте! Класс, я промазал! Я промазал! Да пошел ты нафиг, баран! Он кость не берет, о! Класс, ты меня еще убил! Да пошел ты, понял? Пошел ты! Все, тварь, я сейчас это с тобой поквитаюсь. Точно, я тебе отвечаю. Че за фигня? Почему ты не брал кость, баран? Джек, ты тупой баран. Чё ты тычешь копьем, как дебилушка? Твою мать! Все, горит, тварь! Ахаха! Пошел, ты понял? Гори! Все, сгорел. Ну, модель винотозавров, да, улучшили. Твою мать! Ты чё тут делаешь, Еще один, твою мать! А, я бегу, я спасаюсь, уйди, дебил! Я же его не убил. О, сражайтесь, да? Здесь только одна дверь, отсюда нет выхода. Иди сюда! А, ну сражайтесь пока. А в старой версии игры винотозавры были без полосок одного цвета. А здесь они полосчатые такие. Как и должны быть, если честно. Они были с полосочками. Извините, что так непрофессионально все это делается. Я даже эти смерти вырезать не буду. Еще кто-то?
Да вы гоните! А это подвид, точнее другой вид винотозавра, более мелкий. Unbelievable. Невероятно. It's a goddamn dinosaur. Это чертовый динозавр. Some kind of predator from the looks of it. Выглядит как плотоядное. Так, косточку дашь мне? Красавчик, иди сюда, мой маленький. Леди и джентльмен. Джек Дрискол. Че ты там орешь, придурок? Вот, блин, к сожалению, трупы исчезают. Вот это два вида винтозавров существует на острове Черепа. Один тот большой, который вы видели, да, а второй поменьше. Ну, сейчас вы обоих увидели. И вот, извиняюсь за свой непрофессионализм, и это во-первых, а во-вторых, мне очень нравится, что это действительно репак, в этом изменили модели. То есть, он полосатый, ты это слышал? И его руки, ты видел его руки? Да, конечно, видел. В общем, очень нравится, модель выглядит более сочной и не просто, знаете, монотонной какой-то. Аж крикен слышно на все джунгли, на весь остров Черепа. Раздается крик. Так, ну что, давай крутить. Я думал, что эти твари вымерли. Но я тоже так думал, чувак. Ну что ж, они здесь. Ну или он сказал, типа, видимо, нет. Извиняюсь, у меня небольшая простуда. Так, куда идем? Jack, I gotta take a break. Fine. Джек, ему нужно время передохнуть. Джек, мне нужно время передохнуть. Отлично. Мне самому тоже нужно передохнуть. Нет, я хочу снять что-то там для фильма. Так, ну это я так понял завершение миссии, но я предлагаю еще побегать, потому что как-то слишком коротко появилось, да. Слишком коротко получилось. Так, ну, собственно говоря, мы очнулись на другой стороне. Сюда можно опять выйти, по сути, побегать. Но нам нужно туда вот дальше идти. Я вот, знаете, я подумал, я все-таки буду снимать коротенькими, минут по 10, так Jack, Джек, давай быстрее, я слышу ее крик. Сейчас, чувак, я приду. Карл, не беспокойся, но это будет... Кинг-Конг еще мне мешает. Это будет в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, помогите. Ставьте лайки, на это я говорил уже. Вступайте в группу канала. Вот. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Дартириус. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Всем пока.